Цезаровна, учитель 20-й школы города Новомосковска. Конечно, я никогда не думала, что, можно сказать, в конце жизни я еще получу такую замечательную квартиру. Вы знаете, 30 лет я прожила по адресу проезд Свердлова, 11/36. В хорошем, конечно, но в старом доме. И все люди, конечно, мечтали переселиться, но мы не думали, что вместо 25-го года мы квартиру эту получим в 20-м году.